Всем привет, меня зовут Иван, компания «Бытовки РФ». Курирую объект в городе Великий Устюг. Проходит возведение первого модульного здания общей площадью 168 квадратных метров. Пойдемте, проведу вам небольшую экскурсию. Первые два блока – это сантехнические модуля. Пройдемте, посмотрим, из чего они состоят. Здесь сделали три туалетные кабинки с унитазами. Также здесь находится бойлерная, где будет стоять бойлер на 100 литров, который будет нагревать воду. Помимо этого здесь монтированы раковины, чтобы люди могли спокойно помыть свои руки. Второй аналогичный сантехблок, работы в самом разгаре. Внутренняя отделка влагостойкая, ламинированная ЛДСП, на полу гомогенный линолеум. Пойдемте дальше. Здесь у нас получается офисное помещение общей площадью 30 квадратных метров. Внутренняя отделка произведена МДФ панели, потолок, значит, ЛДСП, омега профиль. Утепление 100 мм минеральная вата плюс ветровая защита из ЛСПАН. Также установлены у нас потолка до пола поперечные балки для усиления самой конструкции, так как установлен второй этаж. Основной плюс модульного строительства – это скорость возведения на объекте. Данное модульное здание мы соберем за 3 рабочих дня, так как с нашего производства блоки уезжают в готовом виде на 80%. Автотранспортом доставляются на объект, где и монтируются. Всем привет! Меня зовут Ефремов Алексей, и мы с вами находимся в городе Великий Устюг, на территории завода по производству фанеры, который был основан в 1910 году. В проектную работу данного объекта входит строительство городка из двух модульных зданий, одного модульного КПП и сервисной ГРШ. Первое модульное здание готово. Пойдемте посмотрим, что из этого вышло. Кураторы данного объекта от компании «Бытовки РФ» прошли все необходимое обучение по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Каждый рабочий, имеющий отношение к возведению зданий, является специалистом, что подтверждено их образованием, удостоверением и многолетним опытом.